На совместном заседании Министерства образования и культуры и духовного развития обсудили ход реализации проекта «Дорожные карты» программы «Музыка для всех» и рассмотрели план мероприятий на следующий год, посвященный дополнительному образованию. Согласно проекту «Музыка для всех» в республике к 2022 году, музыкальное образование в республике должно стать обязательной частью образовательных программ для всех школ и дошкольных учреждений. Безусловно, программа себя оправдывает, ведется мониторинг по тому, что дает реализация данного проекта. Это в первую очередь основа музыкальной грамоты, это владение музыкальными инструментами, хоровое пение. И занятие музыкой, безусловно, способствует интеллектуальному развитию школьников. То есть те ребята, которые регулярно занимаются музыкой, музицируют, играют на музыкальных инструментах, выступают в хоре, сольно поют. Они имеют успехи в обучении.